хороший. И здесь выставки делать очень интересно. Мы здесь выставку делаем второй раз. Первая выставка у нас «Пробный шар» называлась. Эта выставка у нас называется «Предчувствие весны». У нас очень давно наши художники мечтали о весенних, осенних выставках, но вот как-то до весны нам не удалось протянуть. Просто зал был свободен именно в это время, и наши художники, которым спасибо большое за это, смогли собрать коллекцию, чтобы мы показали ее в этом зале. А вот для сведения я просто хочу сказать, что, значит, в этом году у нас будут такие выставки, как «Художники городу». Мы ее делаем постоянно в Дню города. И в очередной раз показываем и нашим зрителям, а главное правительству Москвы, чиновникам о том, что город без художников жить не может. И вот в противоположность этой выставке будет на Кузнецком 11 еще одна выставка, очень интересная выставка плакатной секции, которая будет называться «Город без художников». Вот. У нас будет выставка, очередная скульптура в Зимнем саду, где мы предлагаем зрителям посмотреть, как можно, если у кого есть свой хороший участок под Москвой или не под Москвой, как можно его украсить профессиональными скульптурами. Тоже очень интересная выставка. Вот. У нас задумана такая выставка, как «Метафизика живописи». Вот идут сейчас споры у нас там в управлении, как ее проводить, как кто участвовать будет. Но я думаю, что эти споры приведут к консенсусу, и такая выставка у нас будет. И, конечно, самой главной кульминацией всего нашего выставочного плана этого года это будет большая выставка, посвященная 80-летию МОСФа. Ну вот пока договор на такую выставку не заключен, потому что идут переговоры и с Центральным домом художника, и с Большим манежем. И, ну, я думаю, что в ближайшее время мы окончательно в этом вопросе поставим точку, где мы будем делать эту выставку, и будем к ней серьезно готовиться. В этот раз в этом выставочном зале у нас участвуют графики, живописцы и скульпторы. Я думаю, что вот эта выставка, она как бы принципиально отличается от той, которая была здесь раньше, но она может быть более традиционная. Если там на той очень много было концептов и в живописи, и в скульптуре, на этой здесь меньше. Но вот нам тоже сделаны интересные предложения комитетом по культуре попробовать силами московских художников сделать выставку актуального искусства. Когда ко мне обратились и спросили, есть ли у нас такие художники, я говорю, у нас есть и такие художники, но главное, у нас профессиональные художники. Поэтому, если и в таком направлении, мы все равно сделаем лучшую выставку, я надеюсь. Я вас хочу всех поздравить с этой выставкой и предоставить слово депутату Московской городской думы Александру Крутову. Спасибо, Александр. Дорогие друзья, я рад возможности в очередной раз воспользоваться приглашением Московского союза.